Ночью приготовила сырник, ссылку на рецепт оставлю в описании под видео. Обязательно нужно ему дать настояться. Вот он ночь в холодильнике стоял. Очень вкусно и очень сытно. Я съела два вот таких кусочка и переела. Просто пожадничала. Он вкусный, не могла остановиться, сейчас аж это плоховато. И вот эту заливку делала по рецепту, как там написано, только еще немного сахара добавила, потому что от какао был горький привкус. Но сейчас он пропитался, все равно эта горчинка есть, и она даже вот прям дополняет, вот свою изюминку вносит. А творог брала обычный, Белая река, ванильный. Ванили не добавляла, вот ванильный творог, и все остальное как там. Белки отдельно, желтки отдельно взбивала, выпекала час. На фокусе-то мне курить можно? Ну, вон туда поднимись. Аккуратно, Варя, там Тимош. Лика, ты далеко не будешь от Вари, ладно? Да ты тормози, а то собьешь. Сегодня вообще не ее день. Утро началось с того, что она завалилась с кровати, ну вот так, вперед, плашмя, а потом ударилась в ведро. Доча, посмотри на себя. Ой, какая красавица подбитая. Ну, конечно же, я во всем виновата. Раскрась дерево, растущее слева от дома, используя зеленый карандаш. Какое дерево растет слева? Правильно, но это вот спорный вопрос. Слева от дома, левая сторона дома, если дом к нам передом, то это же вот это. Вот мы с ним сколько раз выполняли задание вот такого плана, я сама путаюсь. Будем красить вот это слева от него, то он так потом запутается. Давай карандаш зеленый, дочитай. Открывай. Это другой. Ну, это темно-зеленый. Все, крась хорошо, так же, как и курицу. Начинай вот отсюда, вот так сверху, и потихоньку закрашивай. Никуда не торопись. Куда же без Вари? Другой альбом не помогает, надо вот там же, где и Тимофей рисует. Вот тут, и потом вот тут еще чуть-чуть, и очень хорошо получилось. Почему? Почему? Короче, убирай. Дом, Юта, очевидный фаворит бастиона. Уверен, что больше не увижу. Да ты что, смеешься, наверное? В общем, да, мне недостаточно того, что я каждый день дома мою полы, да и надоело одно и то же. Охота сменить обстановку, зарядку сделать. Вот буду подъезд мыть. Протру перила.
и пол. Хотя бы с 9 по 5 этаж. Сейчас клининговая компания не приезжает. Вот тетя Вика моет. Ну и я помогу. Это налет, то, что дезинфицировали. И еще просто хочу отдохнуть от Вари. Она от меня не отлипает, от слова совсем. У нее 2 новых зубика прорезались, еще 4 набухшие. На нашем пролете тщательно помою. Дети тут берутся руками. Ух, и дала она тут Сереге жару, наревелась, вся в пюрешке заморалась. Покушала, уснула. Ну как покушала, неполноценно пообедала. Мадемуазель проснулась. Вчера 2 тарелки умяла. Но я хочу побегать. Где? Тут дома с Варей. Ну поспите потом. А то вы сейчас заведетесь, я вас потом не уложу спать. А что когда пошла спать, да еще добрая, еще добрая. Хорошо. Вот ты кушаешь шоколадку? Дашь? Да. Вчера Серый вспомнил про планшет. Хотим научить Тимоху играть. Это тоже для мышления полезно. Я бегаю. В меру, проиграл. Конечно. Я стреляюсь. Ну каких-то... Это для маленьких. Так, для маленьких мы еще купим очень-очень-очень. Совсем для маленьких. Давай поищем. Что-что, а вот окорочка в духовке у меня получаются невкусно. Мне не нравится. Вот. У мамы вкусно, а у меня не то. Позвонила ей, она сказала добавлять все по чуть-чуть. Насыпала паприку, добавлю вот эти 2 приправы. Так, по щепотке. Майонез, пол чайной ложки меда, черный перец, соль и соевый соус. Thank you.
экране, и что-то идет не так. Накрыла пленкой, будут они мариноваться 2,5 часа. А на улице уже пошел дождь. Штормовое передают на завтра. Вроде как даже снег. Вот мультик хочешь посмотреть? Давай хотя бы вот эти все буквы без запинки назовешь, я включу. Если будет запинка, будем учить до того момента, пока перестанешь запинаться. Так идет? А, Б, В, Г. Я хочу сказать Д. Е, Ё. Вот так, оказывается, тебя надо мотивировать.